5 упражнений для здоровья вашей поясницы. Их лучше делать в конце дня. Очень актуально это для тех, у кого сидячий образ жизни. Например, водители или офисные работники. И очень интересно это будет для ленивых, потому что сегодняшний главный инструмент наш будет – это диван. Пришли уставшие домой и плюхнулись на диван, легли. Немножко полежите, отдохните. Можете даже включить любимый сериал. И делаем первое упражнение. Носочки на себя, руки над головой, вытянемся и полежим вот так вот. Сделаем вдох и на выдохе тянемся, лежим. 30 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, тянемся, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И чтобы не уснуть, добавим движение тазом. Немножко как рыбка, вот так вот прям. Пяточки немножко подключаем, таз, плечики. Небольшие движения такие, плавные. Больше вибраций, чем каких-то именно загибов. Отлично. Главное не уснуть. Второе упражнение поделаем. Обе ноги сгибаем. К себе подтянем, схватили коленки и немножко покачаем, вот так, покачаем. Не у всех получается схватить ноги, ничего страшного, можете как получается делать. Все упражнения в той амплитуде, которая у вас получается, главное не через боль. Легонькие вот такие вот покачивания, покачивания. Можете делать не на счет, прям вот подольше поделайте, очень хорошо. Давайте немножко его усложним. Покрутим вот так коленки, вот так вот в одну сторону. Давайте раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Один, два, три, четыре, пять. Поставили ноги. И вот еще это упражнение поделаем вот так попроще. Покачаем вправо-влево. Если у вас не получается колени подтянуть к груди, мешает живот, делайте хотя бы вот такое, в той амплитуде, которая у вас получается. Главное чуть-чуть подвигать вашу поясницу, застоявшуюся, засидевшуюся даже, скажем так. Отлично. Давайте подвинемся на край дивана. Подтянем ногу, которая у нас дальше от края, к себе. А та нога, которая ближе к краю, давайте ее выбросим за борт. Вот так. Нам нужно растянуть подвздошно-поясничную мышцу. Носочек на себя подняли от пола. Подержим 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на выдохе расслабились. Вот здесь паху тянем. Можно даже ногу от себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тянем вот здесь. Чувствуем. Эта мышца, даже если она напряжена, укорочена, из-за нее может щелкать тазобедренный сустав. Вследствие чего потом и артрозы развиваются. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это очень важная мышца, которую нужно растягивать, держать в хорошем тонусе. И тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вернули. Поболтали немножко ногами.
Мы на другую ногу сделаем сейчас чуть попозже. Переходим к четвертому упражнению. Поворачиваемся на бочок. На бочок. Отлично. Внизу ногу сгибаем. Вверху нога прямая. Поддержим вот так вот. Прям поддержим. Будем тянуть квадратную мышцу спины. Держим, 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 держим. И на выдохе расслабляем. Вниз опускаем. А теперь давайте три раза вместе на счет. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И пяточку вниз, и можно даже руку наверху добавить. И тянем поясницу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если у вас есть грыжи в пояснице, сильно пятку вниз не тяните. Делайте чуть больше на весу, вот так вот. Не сгибайте сильно. Давайте еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ногу за борт, руку вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Старайтесь на выдохе делать. 7, 8, 9, 10. Давайте еще сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко вот так вот телом вперед-назад поделайте, но только не упадите, себя рукой придерживайте. Вот, отлично. Замечательно. Давайте мы все то же самое сделаем теперь с другой стороны. Доделаем третье упражнение и вторую половинку четвертого. Теперь нога у нас одна к груди, та, которая подальше от края, та, которая ближе за бортом, на весу поддержим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вниз тянем, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И третий, давайте контрольный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. И доделываем четвертое упражнение. Поворачиваемся спиной к краю. Внизу ногу сгибаем. Вверху нога прямая. Подержали и вниз потянули. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Ох, вернемся, полежим. Мы с вами растянули квадратную мышцу спины, мы растянули подвздошно-поясничную, работали. Но нам осталось растянуть ягодицу, даже поймать там вот внутри грушевидную мышцу, под ней там. Но это сложно. Поэтому делать все будем в меру сил. Если у вас какое-то упражнение вдруг сейчас не получится, мы будем искать альтернативу. Надо все равно эту мышцу растягивать. Обе ноги согнули. На правую ногу закинули левую. Вот так вот. Вот так вот. Руки сверху взяли. Вот так вот положили.
немножко колено поотталкивать, чтобы тазобедренный помобильней стал. И наша задача будет такая. Мы ногу будем тянуть к себе, к груди, а нога, которая у нас стоит, правая, мы ее к груди постараемся тянуть, подталкивая левую, чтобы вот здесь ягодичка-то у нас там внутри почувствовалась. И грушевидная даже. Вот так вот, вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ох, это прям тянет там, будь здоров всегда. Давайте еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще разочек на выдохе вдох и выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяем. Не переживайте, если у вас не получится. Сейчас мы сделаем после этого вариант полегче. Тоже поотталкивайте. Вот мы поменяли на левую, правую закинули. Поотталкивали вот так вот. Это для того, чтобы у нас тазобедренный справа стал помобильней, чтобы удобнее было ногу тянуть. Немножко порастягивайте. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Старайтесь все на выдохе делать. Вдох и выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще разочек. Вдох и выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух, справились. Отлично. Я обещал показать вариант полегче. Ноги выпрямите. Сгибаем мы правую ногу. Раз. Возьмем левой рукой и вот так вот в сторону немножко подтянем. Другой правой рукой схватитесь где-нибудь, так немножко прихватите диван и подтягивайте. Чувствуйте, как тянется ягодица. Можете чуть вверх, чуть вниз. Регулируйте это положение. Даже немножко можете скрутиться, но сильно не скручивайтесь, чтобы позвоночник не защемить. Чуть-чуть больше упор именно на растяжение ягодицы, чем на скручивание поясницы. С одной стороны поделайте так. И с другой стороны. Тоже раза по 3, по 10 секунд можете сделать и заменить то упражнение, которое мы делали сложное. А можете все и сразу. Вот тут ягодица даже больше тянется. Поэтому можем сказать, что добавили шестое упражнение. Отлично. С одной и с другой стороны. Вверх-вниз ягодички потянули. Ягодицы потянули. Подвздошно-поясничную растянули. Квадратную мышцу спины потянули. Отлично. Сделали большущий вдох. И выдох. Обе руки потянули вверх над головой. Вот так вот. И себе похлопали, потому что вы молодчина. У вас был очень продуктивный день. Вы его закончили правильно и для себя полезно. Все эти упражнения мы делаем не только, чтобы у нас не болела спина вот сейчас, и чтобы вы спали спокойно и чувствовали себя им ночью отлично. Будьте здоровы! Хорошего вам следующего продуктивного дня!